Кушай, кушай, мой мальчик, кушай, мой маленький. Не надо уносить! Унес. Куда унес? Берем холочку, оттягиваем. Все. Все дела. Пользуюсь этим, потому что он совершенно не агрессивный, когда ест. В этот момент можно делать все, что угодно. Неплохо было бы когти обрезать, но думаю, что не сегодня. Сегодня ему нужен будет покой. На самом деле очень беспокоюсь, потому что вакцину от бешенства делаю ему впервые. То есть дикарей не прививают от бешенства до года. И я этого не делала, я делала ему комплексную вакцинку. А потом он заболел панлейкой, я целый год вообще пропустила, ничем его не прививала. А сейчас вот сделала опять комплексную, получается, по прошествии года, сделала ему комплексную вакциночку. И вместе с бешенством, потому что надо, потому что пора, потому что на улице может произойти все, что угодно. Любой носитель бешенства, мышка, крыска, ежик. Все, нечего. Надо котю беречь. Теперь мне нужно будет за ним наблюдать, следить за его состоянием. Понятно, что он может быть вялым, может и от еды отказывается, все, но это ничего, потому что он хорошо покушал, цыпляток скушал, да? И сейчас отправится к себе. К себе на шкаф, спать. Это и без прививок совершенно нормальное явление. Спать у себя наверху. Где-нибудь часов до 5 он будет спать, а вот дальше уже, скорее всего, начнутся реакции. Ой, боязно, конечно, мне всегда, но я надеюсь, что все будет хорошо, потому что эту вакцинку прошли, ну, правда, без бешенства, но тем не менее, все остальные мои кошки. Кстати, о чем я очень жалею, потому что о бешенстве я подумала слишком поздно. Ну, в общем, как есть, так есть. Надо будет как-то искать бешенство в отдельности, теперь остальным докалывать. Пока вот найти их не могу, только в комплексе. Ничего. Кто ищет, тот найдет. Я найду. А за ним сегодня будем наблюдать, как он будет себя чувствовать. Думаю, что все будет хорошо. Он у меня молодец, он у меня сильный. Замечательный котик. Нафандос, как у тебя дела, мой котик? Тошненько тебе, да? Тошненько моему мальчику, болеет. Вот так вот ножкой дрык-ля-ля, да? Вот так вот дрык-ля-ля ножкой. Чем мой маленький. Жалко, жалко очень, но надо. Сладенький мой котик. Ты хороший у меня. Буду так в течение дня периодически смотреть, как он тут. Он, конечно же, как велит закон предков, нужно уйти куда-нибудь повыше, подальше. И умирать. Потому что когда просто плохо, он приходит ко мне. А когда прям совсем дело, дрянь, он уходит куда-нибудь на шкаф. Вот, как правило, на этот шкаф. Когда он болел панлейкой, когда вот отравился в последний раз, он уходил именно вот сюда. Ну, вот и сейчас он здесь именно находится. Ничего. Ничего, мой зайчик. Все обойдется. Нафаня кушает, у него все хорошо, и аппетит, и настроение, да? Он весь день спал у меня. Ну, это нормально, сегодня у нас пасмурно, поэтому он и без прививок-то днем сонный. Он как раз где-то часам к 5-6 он просыпается, у него активность, ему надо покушать, побегать. Так что пока что полет нормальный, прививку переносит хорошо, аппетит он отличный. Так что никаких волнений на этот счет нет. Слава богу, очень рада, что все хорошо закончилось. Еще, конечно, продолжается, но если были какие-то осложнения, скорее всего, они бы настали в первые часы. А так прошло уже... Сколько прошло? В 10 утра я сделала, сейчас 6 вечера, так что нормально, неплохо все. Все неплохо. Но замечательный, красивый, дикий кот. Сердечки кушает только он. Остальные кошки не любят, поэтому не воруют. Я специально ему разморозила, чтобы покушал. Чтобы никто к нему не лез и не пытался отжать. Потому что он уступает.
Стоит положить говядину или куриные шейки, как другие кошки набегают, и Нафаня послушно уходит и оставляет им. И сердечко, и цыплятки только для него. Да, Варвара, невкусно тебе? Ну, так тебе и надо. Тебе корм хороший, вкусный, свежий. Все наелся? Молодец. Иди траву нюхай. Пробуй. Ну, не надо, да не пластиковая. Варенька, ты будешь траву? Ты моя кошечка будет траву? Да, она будет траву. Ну, Фаня только пластик жрет. Вот это он жрет. Вот это он любит. Да? Выглядывай. Я пришла с работы, а он выглядывает. Играть меня зовет. В догонялке. А? Вот. Зовет, но надо идти, раз зовет.